Ученые и экологи Института «Кубань-Горпроект» представили общественности проект, в котором проработаны несколько вариантов восстановления пляжной территории и материалы оценки воздействия на окружающую среду. Основной задачей было разработать проект, который позволил бы сохранить тело центрального пляжа. Оно смывается из года в год, к сожалению. Исторически основным источником песка для побережья была река Кубань, впадавшая в Черное море. Когда направление русла реки изменилось, на Черноморском побережье пляжи начали сужаться. Однако ученые всерьез взялись за экологическую проблему. Любые решения, которые принимаются сегодня по развитию Анапы, их надо очень серьезно взвешивать. Я могу сказать только одно, что сегодня бухта уже перегружена с точки зрения дальнейшего развития. В Анапе тоже надо иметь в виду, что она не безгранична. И поэтому уже надо рассматривать вопросы, когда их нужно стабилизировать, улучшать, решать экологические проблемы, но никак не ставить вопрос сегодня дальнейшего мощного расширения. Ознакомиться с проектом мог каждый желающий. Единственно приемлемым вариантом ученые назвали завоз и отсыпку песка. По проекту на центральный пляж в первый год требуется завести более 7 тысяч кубометров песка, а затем вести мониторинг и в случае необходимости завозить дополнительный объем. Общественные слушания состоялись. Следующий шаг – экологическая и государственная экспертизы.